Те, кто обычно учат, на этот раз учатся. В преддверии профессионального праздника педагогов ивановские госавтоинспекторы совместно с одной из автошкол приготовили для них необычный подарок – курс экстремального вождения. И собрали мы здесь педагогов тех школ, которые активно занимаются пропагандой безопасности дорожного движения и ведут юные отряды инспекторов дорожного движения. Сегодня мы предлагаем педагогам выполнить элементы контраварийного вождения. Во-первых, это полезно для них самих, поскольку все они являются водителями и каждый день ездят на работу за рулем. И в условиях осени, когда дорожное покрытие меняет свои свойства, становится скользким, такие курсы, конечно же, очень полезны. Опытные инструкторы показывают, как ведет себя машина на скорости, как действовать в той или иной нештатной ситуации. Кроме того, учителям предложили пройти полосу препятствий – упражнения, стандартные для каждого, кто когда-нибудь сдавал на права. Змейка, эстакада, параллельная парковка. Только немного быстрее. Большинство учителей и участников акции водительские удостоверения получили не так давно. Рады, что представилась такая возможность. Учиться должен учитель всегда, да любой человек должен всегда учиться, и очень интересно воспринимать что-то новое, да даже все новое, хорошо забытое старое, поэтому это всегда очень интересно, полезно и актуально. Кроме того, инструктор демонстрирует, как авто ведет себя на мокрой дороге, сколько времени в действительности занимает торможение в дождливую погоду. Информация в преддверии осенней непогоды полезная, информация, которой педагоги непременно поделятся со своими учениками. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.